Здравствуйте! Это прогноз погоды на СТС Челябинск в студии Ставцева Юлия. Что же обещают синоптики челябинцам в конце рабочей недели? В пятницу, 20 апреля, будет пасмурно. Возможно, небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью плюс 3,5. Днем воздух прогреется до 10 градусов выше 0. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 10 метров в секунду. Какой бы ни была погода, я желаю вам только солнечных улыбок и отличного настроения. Увидимся в суперсезоне. Хочу быть моделью 35+.